иди там лопатой, у тебя лопата, иди еб... ее. Натуре? Может, не... Да, только надо на раннем тайме. Да я пошутил, Глеб. Да ты не сломаешь, я напиздел! Я сказал, нельзя, я наебал! О, слышь, я разъебашь его нахуй, смотри! А? А ты куда? Блин! А нахуй? Да я, блядь, смотрю, вокруг тебя лут крутится, что? Спасибо, мочь так не делай, пожалуйста. Глеб, я тут! Ребят, я как вернулся! Идем сюда. Есть драться, сказал бы, что... Блядь, там две турели, Глеб, и... Я их разыгрался. Иди сюда, тут тот... Ай! Зачем? Собака там на корабле была. У нас там были челы с курсами. Зачем? Это Глеб. А нахуй? А, Глеб, ты нахуй это сделал? У нас собака в корабле. У нас типы, сука, переключат. Я говорю, не трогайте вообще ни один шмот, чтобы она не агрилась. Она... Загрузь, потому что... Нет, я про другой момент, когда она только забежала. Да нахуй вообще тэпнули, я забрал, мы все вещи проебали, придурки, согласен. Блядь. Все абсолютно, ну, блядь. Не, ребят, не фаркуйте. Все, что нужно, виноват, Дрейк. Глебастер, не обижайся. Курнул, но вроде не навоз. Кентишка дунул паровоз. Там Глебастер, блядь, сверху! Ебаш! Ай, блядь, тот пьем, ты по голове мне дал! Зора! Бей, блядь! Сука, не умирай! Стой, дай я! А не выпусти! Ты идиот! Нахуя ты мне по голове дал, гений! Зора! Но тут опять тупики ебаные. Что они с генерацией сделали? Мы проебали, скорее всего. Зора! Опа! Сзади, блядь, что это за хуйня? Нельзя отворачивать башку. Смотри на неё. Блядь. На неё надо смотреть. Сильный, да? Да? На него я надо смотреть. Я смотрю на него, и чё? Просто не отворачивайся. Когда ты на него смотришь, он тебя не ударит. Это да, SCP. Это как SCP. Парни, всё, подари, без отрыва. Блядь, ГГ, справа уёбок. Я знаю, мы сейчас займёмся, где Дрейк? Я смотрю на этого, пи***ь. Давай справа, как херачим. Тогда смотрите. Нет, на этого. Смотрите. Давай. Блять, он у меня, он у меня! ГГ нас ёб! По голове мне дали. А у нас чел АФК стоит, почему? У нас Аратосик плачет там. В плане, а почему плачет? У него день рождения. Кого день рождения? У Аратосика. У него сегодня ДР? Да, все поздравили. Сегодня тебя? Мне кажется, пиздец какой-то. Я меня бы предупредил чат. Все его поздравили, кроме тебя. Так нет, это ты у меня есть? Сегодня ДР. У него же был в том году, Макс, что ты пиздец? Макс с него, раз в 2 года ДР. Да, именно так. Да. Именно так, Глеб. Глеб, мы за тобой пришли. Наукой! Мы наиграли. Проебали. Забери кого-нибудь нахуй! Взять!
блядь, скажи мне, блядь! Да, блядь, АЕ, подойди, забери, ёбаный в рот! Не берется, Глеб! Смотри на него! Тебе стопов нет или что? Тут лизун! Сука, лизун! Тут лизун! Я смотрю на него, я смотрю на него! Давай. Тут сапых он! Вот где Федь, прям рядышком, вот! Пока, говорит! Он его кинул просто. А мне что делать, блядь? Ёб твою мать, а мне-то как? Смотреть сбоку и выходить. Глеб, блядь! Глеб! Повернись чуть-чуть на тело. Первый чё? Первый ты чё? Блядь! Глеб посожрала собака, блядь! Чисто, у нас чело ПК стоит. Это типа, я так понимаю, это наш диспетчер на корабле, да? Да. У Андрюши просто у Жанны день рождения, он пошел поздравлять, да. Кого? У Жанны. У Жанны. Да, у него женщина есть. Это первая в мире Жанна, которая реально женщина. А Лаян буду ныть, потому что у нас чел ушел. Она же не в 12 родилась. Че ее поздравлять, справедливо? Или она четко по таймеру выпала? Вот я родился в 8 утра. Значит, в 8 утра меня надо поздравлять. У тебя нет ДР, блядь. А прикинь реально, а как это? Прикинь, ты родился в следующий день. Да, вернусь. Не-не, мне сейчас было 6 лет. У нас еще один день. У нас 200, да. Блядь, ну ебука, ну Соня толскнул. Ладно, пойдем просто посаримся. Ну вообще по файке задница. Почему фонарик видите, что у вас нет килограмм? Не знаю, я что ли его производил? Будет мимика. Будет вообще прикол. Какие-нибудь более хардкорные моды поставить. Не-не, если змина не сходить, он не взорвется. Взорвется. А я не понимаю, как тебе попасть, сюда нет прохода. Если сейчас не дать тамину, взорвете все. Вот так вот. Я буду тут так, но я! Зачем он это сделал? Я бы назвал это огненный финал. Смотри, кто-то убегал и взорвался, это кто? Только это ты. Нет, ты на мини взорвался, гений. Да? Кто там, Глеб, ты стоишь? Да. Как, убей её. Если на эту... Блядь, у нас пистка, смотри. Она тело скрутила. Нет, не поможет. Надо моды посерьезнее накатить. Еще есть мод, где мы сисястые женщины будем. О, будем ты веркать? Брат, правила Твича же отменили. Да, можно. А, ты еще можно? Ну, можно, мод такой, он безопасный. Там собака, кстати, появилась. Ребята, предлагаю забаррикадировать дверь. Дойдите. А мы все в расход, ребят? Не-не-не-не, погоди. Мы сейчас улетим. Не, сейчас нам надо умереть. Ебать, я джига-дрыга нахуй. Рокл, это тебе. А, хорошо. Yeah, fuck.
Был уже. Вот так. Короче, сейчас интеграцию сделаю и с ребятами. Ну, надо просто поставить пострашнее. И посерьезнее. Он русский язык добавил, нихуя себе. Этот чел гений, он делает охуенно. Если у вас есть история, чтобы поделиться, пришлите ее тут. Прикиньте, можно прислать историю. В жанре психологического ужаса, в котором каждый эпизод представляет собой короткую историю, рассказанную теми, кто... Вы играете в 4-й эпизод, 5-й эпизод. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Привет, я смотрел прохождение игры и заметил, что вы просили прислать вам историю. То, о чем я собираюсь рассказать, произошло, когда мне было 4 около того. Мне кажется, немного странно рассказывать. Всего этого. Это real story? Это может помочь мне осмыслить мои воспоминания об этом. Я знал, что делиться этой историей где-либо еще было бы глупой идеей, потому что люди сказали бы, что я лгу. Как я и написал, это был самый страшный опыт в моей жизни. Нет, сейчас я моточим убегать. В парке я был пожарным смотрителем в одном из самых больших лесов на Тихоокеане. Мили и мили густого леса, находящегося в ведении лесной службы. У меня была зарплата, которая позволяла мне сводить концы с концами. Но я не мог позволить себе побаловать себя ресторанами, красивой одеждой и так далее. Я ж не генсуста. Моим самым большим достижением на сегодняшний день является то, что я смог купить для себя фургон с... Хорошая, да? Ну реально хорошая была сейчас. Так, этот фургон был единственным ощущением дома, которое у меня было в то время. Однажды меня перевели с одного блокпоста на другой. Это не было большой проблемой, поскольку я жил вне своего фургона и любил путешествовать. Я попрощался с несколькими людьми и отправился на новое место. Это было прекрасно. Чат, вы посмотрите на концепцию игры. Типа, чел продает и зарабатывает на этом. Огромное количество стримеров играют. У игры есть свой стиль. Что мешает вам собирать истории людей и также делать игру? Это шахуй, как круто. Соберитесь командой. Что-нибудь такое сейчас. Я просто проверил. Ебейший байк. Бля, ебейший фургончик, кайф. Я хочу такой же видеть, грил лайк. Бля, он крутой, пиздец. И он вроде маленький. Сделано.
Thank you.